Сегодня я научился получать, ну это, видимо, только в Москве, это через ДЭК, там, в общем, через автоматические ящики. Там подходишь, вводишь код, и ящик автоматически открывается, забираешь свою посылку. Пока что держусь, тут вот сверлят. Возможно, что на время, когда я буду бросать курить, мне придется отключить комментарии. Хотя я не знаю, может, лучше не надо. Постоянно сверлят. Не самое лучшее место, чтобы снимать здесь комнату, конечно. Да, непрерывно сверлят вообще. Не, надо бросать сигареты курить. Херня полная. Особенно когда не спишь, очень неприятно становится их курить.